Теща захотела такой же инструмент, как у меня. Привез. Тяжеленький? Да не особо. О. Нормально. Держу. Штука в летний период незаменимая. Надо косить сено для козы, обкашивать территорию. А этот инструмент уже проверен лично. У меня такой же. Я думаю, этот триммер можно назвать женским вариантом. Топливо заливать не надо, триммер работает на аккумуляторе. 60 вольт 4 ампера, это достаточно мощный аккумулятор. В комплекте идет зарядное устройство, аккумулятор с индикатором, можно увидеть, сколько заряда осталось. Сейчас у нас он полный. В комплекте инструкция по сборке с картинками. Велосипедная ручка, что очень удобно. И, собственно, вот сам триммер. Инструмент в комплекте. В комплекте ремень. Леска 2 мм уже в катушке. В комплекте есть диск. Оставим до сенокоса. Покажем вам в коротком ролике. Также им можно косить кусты. Имеют две лопасти, а не три. Защитный кожух. Вот и все. И всего делов-то. Собрали минут за 10. Пойдемте косить. Симба, я сейчас косить буду. Ой, как мягко косит. В руки вообще вибрация не бьет. Дергать ничего не надо. Заводится все нажатием кнопки. Управление идет с рукоятки. Включить-выключить. Включить режим турбо. Передаем эстафетную палочку бабушке. Сейчас настроим. Бабушка у нас поменьше ростом. Так. Включить, чтобы вот так. Это режим турбо, так? Так? Да. Пониже к земле можно. Самый главный вопрос, тяжело ли? Ну, по площади пока не поняла. Ну, вообще тяжелый инструмент? Да нет, нормально. Но самая главная проверка будет на сенокосе. Это уже с диском. Ну вот, владейте. Спасибо. Я очень рада. Практически бесшумная. Ну вот, справится даже ребенок. Смена подрастает. Будет бабушка скоро сено косить. Леска полуавтомат, удобно заправлять. Катушка очень просто меняется на диск. И вот так закрепляется. Левая резьба, чтобы не отворачивался при работе. Можно косить сено. Когда косишь леской, трава измельчается. Это хорошо в компост. А когда диском, трава длинная, крошку не перемалывается.